сегодняшний влог номер 7 будет, ну, очень коротким, буквально минуты на 2. Новости по ферме добавить пока нечего, работает, майнит. Не максимальный разгон на картах, также 27,9 мегахэш. Меня это устраивает, для меня главное сейчас стабильность, наблюдаю за ней, все в порядке. Что касается лонгборда, на сегодня ничего не буду делать. Такое получается релакс в воскресенье, потому что майнинг ферма есть, работает. А по лонгборду сейчас, да, все запчасти, все есть, кроме привода. Привода нет, привод в процессе, это все будет напечатано на 3D принтере, там шестереночки, крепление мотора. Собственно, сегодня этим занимается мой знакомый, очень хороший человек, он мне в этом помогает, а я же, у меня выходной. Пару мыслей хотел сказать, но почему-то они не лезут на камеру, надо научиться их говорить. Да, я всем, кстати, благодарен за то, что вы комментируете, даете мне советы по лонгборду, это очень ценно, ко многим я прислушиваюсь, проверяю, естественно, у меня свое мнение появляется насчет каждого совета. Но вот, кстати, лонг, это, наверное, та вещь, в которой буду слушать только себя. Прокомментируйте, напишите какую-нибудь фигню, типа, а-ля, Димон, ты чё, где твои дела, почему ты сегодня в воскресенье, мы ждали лонгборд, мы ждали, что ты будешь что-то делать, а ты не сделал, мне пофигу, комментируйте, что хотите. Кстати, еще хотел добавить, так как майнинг-ферма уже запущена, уже работает и, пожалуй, даже в какой-то степени она настроена, то есть я ей еще уделяю время, но времени она уже требует, благо, меньше. У меня открыт, я даже не знаю, как это назвать. Я открыт к новым проектам, если у вас есть какие-то идеи по вложению, там, не знаю, денег, например, или идеи по реализации чего-либо, что может приносить в дальнейшем деньги, что может меня заинтересовать. Идеи абсолютно любые, начиная от абстрактных, невероятных, невозможных, маленьких или огромных, там это не важно. Главное, чтобы это было что-то действительно стоящее. Потому что, как вы видите, да, вот здесь есть один проект, есть второй проект, один из них уже сделан. То есть, соответственно, это место пустое. Если есть чем заполнить, то, пожалуйста, пишите в комментариях, присылайте мне на почту, что угодно, звоните, как хотите, рассказывайте. И я готов к новым идеям. Собственно, этим я сейчас, моя голова занята, я генерирую что-нибудь новое. Потому что, ну, невозможно просто отдыхать. Просто отдыхать – это, в принципе, плохо. Просто когда отдыхаешь, ты скатываешься назад, нужно развиваться дальше. Помимо того, что нужно развиваться, нужно выходить из зоны комфорта, причем добровольно, нужно самого себя ставить в рамки, когда тебе не очень комфортно, когда тебе нужно двигаться, когда тебе не нужно, например, когда ты можешь лежать на диване, но ничего не происходит. Меня, например, это уже будет бесить, когда я весь день проваляюсь дома на диване, ничего полезного не сделав, ни в чем, собственно, не развившись ни умственно, ни морально, ни физически, никак. Ну, то есть, если вообще ничего не делать, просто релакс, это я не могу так, потому что лонгборд лето грядет, я его сделаю. А вот майнинг-ферма стоит, надо двигаться дальше, нужно занимать, во-первых, свою голову чем-то, нужно, во-вторых, вкладывать свои силы куда-то и добиваться чего-нибудь, потому что без вкуса победы, без движения в жизни, ну, неинтересно. Жаль, конечно, что сегодняшний блог совершенно коротенький, я даже, наверное, мысли свои еще не могу нормально выражать на камеру, потому что, когда ты снимаешь что-нибудь действие, типа, вот я собираю ферму, типа, вот я скручиваю лонгборд, вот мои детальки пришли, это одно, это все достаточно просто, но когда в голове все сформировано, все движется очень аккуратно, но это что-то где-то внутри, когда ты никогда не озвучивал, а когда ты впитывал это из книг, из фильмов, из людей, которые тебе интересны, когда все это у тебя внутри сложно, но что ты, например, хочешь выложить это, рассказать, такой бардак получается. Вот я сейчас сколько пытаюсь, я уже, наверное, дубли 20, наверное, снял, когда у меня вот такая фигня получается, и нормально не могу рассказать. Сейчас что-нибудь смонтирую, что-нибудь выложу. Всем огромное спасибо, что посмотрели этот маленький ролик. Обязательно поставьте кнопочку «Нравится», потому что вам должна она понравиться. Это должно меня смотивировать сделать следующий ролик еще круче. Всем, кто новенький, подписывайтесь на канал, кнопочка «Подписаться». Всем, кто и подписанный, и тоже поставил лайк, можете еще что-нибудь прокомментировать, мне будет интересно почитать. Увидимся с вами ровно через неделю, это будет следующее воскресенье, или может быть понедельник, если опять же мне потребуется время на монтаж видео, а снимать я его буду весь день. Тогда это будет понедельник. Ну а пока.